6 мая на главной площади Каспийска состоялась республиканская акция «Знамя Победы», в которой приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации, образовательные учреждения города, Каспийская флотилия и многие другие. Началось торжественное открытие с приветствия ветерана Великой Отечественной войны Мусы Багаудинова, который участвовал в оборонительных операциях советских войск и дважды был ранен. «Мы всегда будем равняться на поколение победителей. Мы приветствуем воинские подразделения, учащихся Кадетской морской школы-интерната». Данную акцию также поддержали представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Дагестанское отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Движение первых», следопытов ТОКСа, а также представители общественных, молодежных и студенческих организаций. Отметим, что республиканская акция проводится по инициативе главы Дагестана Сергея Мерикова. В честь старта запуска акции военнослужащие Каспийской флотилии торжественным маршем вынесли флаг России и Знамя Победы, которое 1 мая 1945 года было вывешено на крыше Рейхстага в Берлине солдатами Красной Армии, после чего оно и стало символом Великой Победы. Республиканская акция «Знамя Победы» проходит в Дагестане уже второй год. Во имя всех солдат Красной Армии, чей труд стал залогом Великой Победы, они плечом к плечу били за свободу нашей отчизны и за достойную жизнь и мирное небо. Вскоре вице-премьер Республики Дагестан Джафар Рамазанов поприветствовал всех участников и зрителей, рассказал о важности памяти в событиях Великой Отечественной войны. В эти дни тысячи людей украшают здания, улицы, автомобили, символом нашей исторической религии, штурмового флага 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии. Того самого стяга, который в ходе тяжелейших кровопролитных боев был водружен в логово врага над поверженным Рейхстагом. Для возведения Знамени Победы над площадью Каспийска были приглашены сержант, кавалер ордена мужества, участник специальной военной операции Абсултан Абсултанов и активист дагестанского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юн-Армия» Гамзат Абдулаев. И вот наступил кульминационный момент. В небе развивается символ победы нашей армии над фашизмом. Украсили торжественное мероприятие яркими номерами Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Государственный кизлярский терский ансамбль «Казачьи песни», исполнители и творческие коллективы Управления культуры администрации города Махачкалы «Мы молодые» и многие другие. Там сверху на нас кто-то смотрит родные. Почетными гостями мероприятия стали глава города Каспийска Борис Гонцов, председатель собрания депутатов Абдул-Вахид Джаватов, генерал-майор Герман Кириленко, российский военачальник, командующий Каспийской флотилии, контр-адмирал Александр Пешков, участники СВО и многие другие. Мы внуки и правнуки, солдаты Великой Отечественной войны. Мы об этом помним, выполняя боевые задачи на территории специальной военной операции. Я хочу сказать слова благодарности всем, кто поддерживает наших ребят на передовой с самых первых дней. Добрые слова, молитвы, тысячу посылок самым необходимым. Завершилось мероприятие торжественным маршем 12 парадных расчетов.